Всем салют! Мандарин и Бориска тут. Борис очень хочет посмотреть ролик про самоделки, и мы, ну, никак не смогли ему отказать. Надеемся, что и вам тоже понравится. Просьба, давайте наберем 5 лайков. Вы сделаете мне и Бориске очень приятно. Итак, поехали! Ребята, помните, как мама покупала нам копилку, которая стоила недешево? Мы с нетерпением ждали, когда же она заполнится и осуществится наша мечта. Если не было заводской копилки, мы брали пластиковую бутылку из-под любого напитка и обычную картонную коробку. Для начала отрежьте пластиковую бутылку ровно настолько, сколько вы хотите собрать денег. Поставьте бутылку донышком вверх на картонный лист. Нанесите термоклей на верхнюю сторону бутылки. Как только термоклей остынет, отрежьте излишки картона. Канцелярским ножом вырежьте отверстие для монет. Вот и все, самодельная копилка готова к использованию. Ребята, а вы знаете, что зажигалка появилась раньше спички? Будьте осторожны при обращении с ней. Чтобы зажигалка самопроизвольно не воспламенилась, воспользуйтесь пластиковым хомутиком. Наденьте хомут чуть ниже рычага сопла и плотно натяните. Ножницами отрежьте лишний кусочек. Теперь зажигалка не воспламенится и не будет испускать газ при транспортировке. Ваш любимый стакан скользит по гладкой поверхности и доставляет вам некоторые неудобства? Воспользуйтесь воздушным шариком. Ножницами вырежьте горлышко шарика. Далее, перевернув стаканчик донышком вверх, наденьте на него шарик. Теперь ваш стаканчик будет плотно держаться на столе. Если вы хотите поделиться яблоком с друзьями, но у вас под рукой не оказалось ножа, на помощь придет столовая ложка. Поставьте ручку поверх яблока и, слегка надавив, вы разделите его пополам. Чтобы удалить сердцевину, опять же воспользуйтесь ложкой. Чем есть яблоко одному, с другом веселее. Есть способ сделать вашу спортивную обувь необычной. Воспользуйтесь пластиковыми хомутиками. Проденьте хомут в первый ряд отверстий для шнурков и затяните по вашему размеру. Ножницами удалите лишний кусочек. Точно так же наденьте хомуты на все отверстия обуви. В итоге мы получим необычный способ шнуровки вашей спортивной обуви, который не оставит равнодушными ваших друзей. Согласитесь, прикольно же! На этом все. Бориска очень доволен и теперь пойдет спать.